Женя, ты слышишь нас? Да, да, добрый день, здравствуйте, все слышу. Расскажите, чем закончились ваши переговоры, и вообще были ли у вас какие-то переговоры с московскими властями по поводу митинга в субботу, и если они закончились, то чем? Вы знаете, в настоящий момент пока что эти переговоры идут. Их ведет жена Сережи Удальцова, Настя Удальцова. И вот у меня информация от нее из первых уст, которая сейчас активно транслируется в интернете. Дело в том, что была дезинформация со стороны мэрии, которая стала утверждать, что якобы организаторы митинга 10 декабря согласились на перенос митинга на Болотную площадь, с площади Революции. Мы связались с Настей. Настя опровергает эту информацию. Она говорит, что нет, организаторы этого не делали. И они продолжают стоять на том, что или пусть организуют условия для проведения митинга на площади Революции, это физически возможно, или пусть переносят митинг на Манежную площадь, где достаточно места для большого количества людей. А почему на Манежную? Почему, чем вас привлекает Манежная, тем более фактически в годовщину прошлогодних событий на Манежной? Да нет, ну конечно, это никак не связано с прошлогодними событиями. Это связано исключительно с географией этого места, потому что оно просто большое. У нас не так много, как неудивительно, в Москве мест, где можно проводить такого рода мероприятия. Это просто связано с тем, что она физически большая. Вот. Ну и, конечно же, наши требования, я напоминаю, это же мирный митинг. Наши требования, они исключительно мирный характер носят. То есть это не какие-то требования экстремистские. Да? Мы требуем две вещи. Первое, отпустить политических заключенных, которые вот сейчас задержали за то, что они протестовали против фальсификации выборов. И второе, мы требуем, чтобы выборы провели повторно, потому что они были проведены с серьезными нарушениями. И, собственно говоря, это все, это не так сложно. Я еще раз настаиваю на том, что организаторы митинга, они очень беспокоятся о том, чтобы эти мероприятия все 10 декабря прошли бескровно. Мои подруги, у которых маленькие дети, оставляют детей дома и идут на эти мероприятия. Сама очень заинтересована в том, чтобы все прошло спокойно. И если будут какие-то провокации, то это все со стороны властей. Вот то, что сейчас они вытворяют, это их провокация. Евгения, а вы увязываете как-то два вот этих пункта? Перенос митинга в другое место и освобождение тех людей, которые сейчас задержаны? А вот лично я увязываю, я считаю, что это мое личное мнение. Это же разные ведомства. Это разные, да, это разные вещи. Я хочу, чтобы люди понимали, что сейчас очень много вот в связи с вот этой болтанкой в мэрии, да, то в одно место, другое место. Сейчас у оппозиции много разных мыслей на эту тему. Вот лично мое мнение такое, что мы сейчас в такой ситуации, что уступка какая-либо властям должна требовать взаимные уступки. Да, мы не твердолобы, пожалуйста, мы готовы уступить, но будьте добры, завтра всех невинно задержанных людей отпустите, пожалуйста, на свободу. Тогда да, тогда мы можем тоже в чем-то ужаться и уступить. Но это мое личное мнение, оно, я не являюсь официальным организатором, то есть я не подписывала этих заявок, поэтому я не думаю, что это мнение, я просто не успела обсудить со своими товарищами, которые сейчас сидят непосредственно в мэрии, я его успела обсудить только с Борей Немцовым, который тоже не является официальным организатором, ну просто как с товарищем, с которым мне хотелось это просто обсудить. Боре эта идея понравилась, но это не пока что не какая-то идея, которая выдвигает. Вот то, что выдвигает Настя Удальцова, если перенос, то только Манежка. Или в противном случае организуйте безопасность на площади Революции, потому что это возможно. Замечу, что, вы знаете, Болотная площадь, она и физически неудобна, потому что она просто меньше, чем площадь Революции. Просто даже если посмотреть на нее непредвзятым взглядом, она просто маленькая. Да, мы поняли. А как вы думаете, Жень, удастся ли сегодня мэрии и организаторам митинга прийти к какому-то решению? Вы знаете, на кону стоят очень серьезные события, то есть это не просто митинг. Это впервые в жизни нашей страны народ сплотился против жуликов и воров. И спасибо большое Леше Навальному, который нас всех сплотил. Как жалко мне, что он сейчас находится за решеткой. Мне очень не хватает его совета.
Вот. И я понимаю, что и мэрия понимает, что стоит на кону, и мы все понимаем, что стоит на кону. И мы понимаем, что мы на волоске от настоящих военных действий. Вот нам не хочется, чтобы это произошло. Поэтому я считаю, что власти вообще-то должны включить уже мозг. И они не должны на нас давить, потому что слишком много народу собралось против жуликов и воров. Не надо на нас давить. Спасибо.